посольство Японии заявило, что Россия вызвала текущую ситуацию, прибегнув к военным средствам. Оно также отметило, что Россия несет полную ответственность за приведение Японии в нынешнее состояние. Посольство также добавило, что оно никогда не согласится с попытками России переложить ответственность. Канцлер Германии Олаф Шольц теперь прибывает в Японию. Визит Шольца продлится 2 дня. Это его первая поездка в Японию и Азию со времени вступления на нынешний курс прошлого года. Шольц планирует провести встречу на выставке в четверг во второй половине дня. Они, как ожидается, обменяются мнениями о мерах в ответ на военные действия. Напомню, что они собрались в Германии в июне. Оба лидера также предполагают...